Робот-танцоры «Киборг-сумоист». Творческие проекты юных изобретателей показали в Томске. Там прошел кубок губернатора по образовательной робототехнике конструкторам от 5 до 17 лет. Их творения стараются опередить друг друга в ралли, бьются за флаг и выходят даже на боксерский ринг. В соревнованиях принимают участие юные роботостроители из Кемерово, Павлодара и Караганды. Ну а в следующем году организаторы ожидают команды из Китая и Белоруссии.